23 ноября Казанский федеральный университет впервые провел маркет медвакансий для студентов-медиков казанских университетов. Мероприятие прошло в стенах КСК КФУ «Уникс». Особенностью стали столы с представителями и работодателями различных медицинских центров, поликлиник, где участники могли узнать больше информации о медицинских учреждениях, а также заполнить анкету. Сегодня на очень полезном мероприятии маркете медицинских вакансий мы ищем талантливых ребят. Ребят, которые имеют талант в различных направлениях, не только сугубо специализированных медицинских каких-то направлениях, но также нам необходимы копирайтеры, специалисты, которые могут писать, понимают медицину. Нам также необходимы специалисты, которые могут вести контент на наших сервисах, сайтах. И другие специалисты IT-области, SMM-специалисты. Поэтому очень важно привлечь талантливых ребят, которые могут в процессе обучения еще и дополнительно заработать какие-то деньги и в то же время укрепить свои медицинские знания. Я вообще приняла решение, потому что нам сделали рассылку, что можно ординаторам подходить на данное мероприятие тем, кто ищет именно работу. Вот после этого я подумала, что стоит сюда прийти. Помимо шанса на трудоустройство, для гостей было проведено еще масса полезных и интересных интерактивов. Так, профессорами Института фундаментальной медицины и биологии, а также действующими врачами, были проведены лекции и мастер-классы, в которых ребята смогли почерпнуть для себя новые знания и перенять опыт спикеров. Дополнительным бонусом для гостей стали интерактивные столы, где студенты представляли свои институты, а также могли на практике закрепить полученные знания. На нем мы тренируемся оттачивать различные навыки, которые нам пригодятся в будущем, то есть здесь можно оказывать реанимацию, опасать различные сценарии. Отметим, что Казанский университет проводит данное мероприятие уже не первый раз. Общеуниверситетский маркет вакансий проводится на базе всех институтов, ведь он помогает студентам найти точку опоры при выходе из стен родного вуза. Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универньюз.